Твери прошел рейд судебных приставов. Водителей проверяли на наличие задолженности. В ходе рейда сотрудниками органа принудительного исполнения и госавтоинспекции с помощью специализированного программного комплекса было проверено порядка 15 транспортных средств. Сколько автовладельцев оказались должниками, узнаете из следующего репортажа. Теперь у каждого должника арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга, иначе оно будет передано на реализацию, средства которые будут направлены на погашение задолженности. Рейдовые мероприятия на дорогах Твери и области проводятся на постоянной основе. В рамках данного мероприятия любой желающий может узнать свои задолженности и, соответственно, оплатить свои долги. Также о своих долгах можно узнать из банка данных исполнительных производств, который расположен на сайте ФССП России. 5 водителей, опасаясь остаться без автомобиля посредством портала госуслуг, оплатили задолженность в размере более 200 тысяч рублей. Это налоговая и коммунальная задолженность, задолженность по алиментным платежам, административным штрафам. Также судебными приставами было составлено 5 актов описи ареста имущества. Была задолженность? Да, нашли. Оплатили? Конечно, поеду платить. Куда я дену? Узнать о наличии и отсутствии задолженности можно посредством сервиса банка данных исполнительных производств и в режиме реального времени выбрать удобный способ оплаты.